2019-м финансирование программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, увеличится до 160 миллионов рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Проблема в том, что многие предприниматели не в курсе существующих преференций. Нужен единый информационный центр, чтобы дальше развиваться и оказывать большую поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Мы пытаемся вот в этом году, до конца года, возвести в Курске, то ли за счет аренды, то ли за счет нового строительства, дом предпринимателя, где будут собраны все структуры, которые оказывают содействие предпринимателю. На сегодняшний день существует областной центр поддержки предпринимательства, куда входят 5 структурных подразделений: внешней торговли, центр инженерии и так далее. Они расположены на Максима Горького, не приспособленном здании. Еще один вопрос — реализация программы «Граждане 46+». Она рассчитана на людей, которые задумываются о дополнительном доходе или мечтают превратить свое увлечение, будь то выпечка тортов или рукоделие, в полноценную работу. В этом названии есть ключевые слова: 46 и старше. Мы предлагаем эту программу всем гражданам, тут нет никаких исключений, просто возраст указан. И вторая особенность – это на основе информационных технологий, то есть надо иметь компьютер и доступ к интернету. Организаторы проекта, который, кстати, получил президентский грант, готовы оказывать его участникам всяческую информационную поддержку.